Стратегия для бинарных опционов TSA представляет собой свежий взгляд на классический подход к торговле по тренду. В основе этой методики лежит попытка захвата ценового импульса в момент его зарождения. Она отлично подойдет любителям скальпинга на бинарных опционах. В целом, система отличается наглядностью и однозначностью подаваемых сигналов, которые, кстати, не перерисовываются на графике, поэтому у начинающих трейдеров при изучении и тестировании не возникнет никаких трудностей. Разработчики стратегии TSA просят за нее $99. На нашем сайте в ознакомительных целях вы можете скачать эту стратегию абсолютно бесплатно. Ссылки в описании. Индикаторы этой стратегии устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто до сих пор не знает, как это делать, ищите полезные ссылки в описании под видео. Давайте внимательно разберем настройки индикаторов этой торговой системы. Стратегия TSA состоит из двух индикаторов – Bar Trend и Execute Line. Первый представляет собой инструмент анализа давления покупателей и продавцов. И на барах, в которых преобладают покупки над продажами, нижнюю тень свечи он окрашивает в темно-зеленый цвет. И наоборот, на барах с доминированием продавцов верхняя тень окрашивается в пурпурный цвет. В параметрах этого индикатора пользователь может поменять только цвет. Второй индикатор – это показатель угла наклона, и с его помощью трейдер всегда будет точно знать, в каком направлении движется рынок и какой опцион следует покупать – колл или пут. В целом, настроек немного. Можно задавать период расчета, выбирать метод расчета и цену бара, по которой будет строиться показатель. Тестирование этой стратегии на истории показали хорошие результаты с временем экспирации 3 свечи. Рассмотрим основные правила торговли бинарными опционами с помощью стратегии TSR. TSR относится к трендовым торговым стратегиям. И чтобы уверенно торговать по этой системе, трейдеру необходимо уметь правильно и вовремя определять смену фаз рынка, фиксировать флэт и четко различать бычий и медвежий тренд на графике. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с подборкой статей на нашем сайте по этому поводу. Все ссылки на статьи ищите в описании. А для совершения сделки по торговой системе TSA трейдеру необходимо дождаться смены цвета сигнальной линии Execute Line и появления на нижней или верхней тени свечи цветной метки индикатора Bar Trend. И для сделок на покупку опционов колл на нижней тени должна появиться метка темно-зеленого цвета, в то время как на покупку опционов пут верхняя тень должна окраситься в пурпурный цвет. Для повышения результативности торговли можно использовать в качестве фильтра дополнительную медленную сигнальную линию Execute Line с периодом 55. Заключать сделки будем только тогда, когда быстрая линия с периодом 5 сонаправлена с медленной. Используя такую методику фильтрации, по каким-то активам можно даже не использовать Bar Trend. Достаточно просто дождаться разворота быстрой Execute Line в сторону медленной и на открытии нового временного интервала открывать контракт, который соответствует вектору основной тенденции – на повышение колл или на понижение пут. Трейдер должен сам принять решение, какая вариация системы ему больше подходит, исходя из результатов тестирования на истории. Заключение. Стратегия бинарных опционов TSA основана на классическом биржевом принципе торговли – открытии позиции на откате по тренду. Эта методика очень интересная, многофункциональная и стоит своих денег. Не забывайте тестировать любой индикатор или стратегию исключительно на демо-счету с применением правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, только у проверенных брокеров, найти которых очень легко на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ищите ссылки в описании под видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!